сразу же возьми оценочник, пробегись номера и оценочник. На данном ринге представлено 8 собак, по оценке экстерьера. Первые две собаки отлично. Вот. Далее идет 4 собаки, оценка очень хорошо. Последние две собаки, оценка хорошо. Вот. Очень хорошо. Первая собака из Сибирской Лайки. Породная собака, прекрасная форма. Чуть небольшой, не параллельно с ней любая морда, но собаку не портит. Очень хорошо, оценка экстерьера отлично. Прекрасный индекс растянутый, отлично одета собака, то есть выше оценка отлично. Вторая собачка, вот, чуть она в разлинке, начало разлинки, и поэтому уступает первой. Ну, тоже хорошая голова, темный глаз, хорошо высоко поставлено ухо. Единственное, что закладывает на ходу, и сейчас он стоит закладывать на ходу, но проверяли, ухо очень хорошо высоко. Также корпус, костяк, движение хорошее, индекс растянутости правильный, оценка отлично. Так, далее. Ну, тут три собачки, по сути дела, они однотипные, портит всех трех ухо, слишком крупновато ушко, не по голове, плюс держат они его. Ну, неправильно, вот собака заложила ухо, разложила, развесила, ухо широко поставлено. Оценка очень хорошо, вот у этой собачки, только за то, что она сейчас не в выставочной кондиции, она полностью раздета, и естественно, что костяк, форма, она не показывает. Оценка очень хорошо. Также оценка очень хорошо, также ухо великовато, голова хорошая, но вот широковато поставлено ухо и чуть великовато не по голове, оценка очень хорошо. Вот. Также оценка очень хорошо, также самая проблема с ушами, что уши расставлены, голова не смотрится совсем. Вот. Так, дальше собачка слишком бедна костяком, вот. Но оденется, плюс в разлинке, вот. Оденется, будет видно, что поэтому. Оценка очень хорошо. Вот. Так, потом собачки оценка хорошо. Вот. Данная собачка мягковата, спина идет, в начале разлинки, потому что вот шерсть уже пошла разваливаться, что в начале разлинки очень сильно глазок на выкате, то есть такого у западносибирских собак не должно быть. Глаз должен медалевидной формы быть, достаточно глубоко утоплен. У данной собачки глаз очень сильно на выкате, бросаются глаза, и это, ну, не соответствует породе, то есть оценка хорошо. Вот. Последняя собачка у нас, ну, совсем не в выставочном кондиции. Щеночки у нас, да. Я понимаю, что щеночки, но собака не в выставочной кондиции. Соответственно, по причине того, что щенки были, спина провислая и поведение у нее такое угнетенное, что, ну, понятно, у собаки щенки, то есть она, оценка хорошо, то есть лучше быть не может. Вот. Также она иссосана, как? Бедна костяком и мышечной ткани, все, что оценка очень хорошо. Все с вашей собачки на текстовую описание.